Добрый день, уважаемые зрители. Хотел бы обсудить с вами такую тему. Это побег будущий пороха в иностранную страну, за границу. Считают, что это случится в середине 2020 года, когда он поймет полностью, что возврата уже нет. Уже сейчас его обложили, начиная от портного, кончая шарием и другими мелкими людьми в Украине. Так это еще Зеленский не полностью набрал силу. Сейчас, когда он полностью придет к власти в Верховной Раде, многие поймут, что возврата Порошенко уже не будет, и начнут еще быстрее бежать с корабля Порошенко и иных порохоботов. Считают, что порохоботы — это братоубийцы, которые за своего Порошенко готовы гнобить, проклинать и оскорблять ближних своих братьев, так же, как им. Те, кто голосовал за оппозиционный блок «За життя», готовы гнобить за русский мир и своего Путина, считают, что всякая власть недостойна того, чтобы ближний ближнего гнобил. Власть должна прислуживать народу, а не быть святыней. Спасибо за внимание и интерес к моим видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Благодарю за внимание.